Студенты факультета журналистики и коммуникационных наук Государственного университета Молдовы инсценировали свадьбу с благотворительной целью. Провели торжество перед вузом. Роль мужа и жены сыграли первокурсники. Впрочем, они и в жизни симпатизируют друг другу. Студенты позаботились о соблюдении традиций и чтобы на свадьбе было многолюдно. Собранные деньги, около 2000 леев, пожертвуют 5-летней девочке. Она борется с онкологическим заболеванием – ольфакторной нейробластомой. Студенты, сыгравшие роль молодоженов, говорят, что учащиеся факультета приятно удивили их. Мне понравилось. Я не хочу, чтобы на этом все закончилось. Это был чудесный опыт. Я была приятно удивлена. Не знала, какой именно сюрприз меня ждет снаружи. Из-за волнения подкашивались ноги. Однако мероприятие важнее всего, и мы старались изо всех сил. Мне сказали, что планируется мероприятие «Женитьба на один день». Мне показалось это интересным. Тем более я узнал, что моей женой будет Михаэла. Мероприятие могло пройти хуже, например, могли возникнуть технические проблемы. Однако все прошло хорошо. Надеюсь, что и в будущем будут мероприятия, и я в них поучаствую. Затем, чтобы бракосочетание прошло как полагается, согласно обычаям, следили посаженные родители и распорядители. Я была посаженной матерью. Вместе с другими студентами мы организовали свадьбу, как в былые времена, как у наших родителей. В мои обязанности как посаженной матери входило в первую очередь представить молодоженов и после поддерживать веселую, радостную атмосферу на свадьбе. Одежда полностью соответствует задумке. На мне традиционное полотенце, а под ним платье моей бабушки. Я постаралась подобрать платье в стиле 90-х. Мы встретили молодых и посаженных родителей хлебом с солью, а дружка исполнил танец с калачом. Это мероприятие привлекло людей, потому что мы организовали нечто забавное. И этим мы поможем девочке, которая достойна надежды на жизнь. В оригинальном благотворительном мероприятии поучаствовали около 80 студентов. Был среди них и учащийся из Африки. Прежде, говорит парень, он не был знаком с молдавскими свадебными обычаями. Мне очень понравилось, очень красиво. Понравилось хора. Очень красиво. Мне нравится. С большим удовольствием я положила деньги на стол, тем более, что цель была благородная. Думаю, это наш гражданский долг – помочь всем миром. Эти деньги сыграют очень важную роль, поскольку благодаря им у кого-то путь к воплощению мечты будет легче. Организаторы говорят, что такое мероприятие в благотворительных целях проводится впервые. Мы зашли на сайт M-Charity и увидели там множество случаев, но этот тронул нас очень сильно. Речь о 5-летней девочке, которая больше не видит левым глазом и нуждается в срочной операции в Бухаресте. Мероприятие под названием «Давай поженимся на день» факультет журналистики и коммуникационных наук Госуниверситета Молдовы устраивает 10-й год подряд.